Госпрограмма развития СКФО – главный документ, определяющий развитие всего макрорегиона в целом. Что важнее для каждой из республик? Что нужно Дагестану, а что Чечне, а что, наконец, Карачаево-Черкесии? В этом году мы вошли в нее с тремя проектами – строительство инфраструктурных объектов в Донбайе, создание агропарка и закладка садов интенсивного типа. Это приоритетные проекты для республики, реализуемые при поддержке государства, повлекут за собой развитие смежных отраслей. Донбай. Горнолыжный курорт, воспетый Высоцким и Визбором, с многолетней историей и проблемами. Но их решение не за горами. В ближайшее время он получит господдержку. Инвестпроект сможет решить многие проблемы. Общая стоимость работ свыше 1 000 000 000 рублей. Инвестиционным проектом предусматривается строительство канатной дороги, 8-кресельной, строительство гостиницы, ресторана и с конференц-возможностями. Этапы строительства разбиты на 3 года. Сперва инвесторы займутся возведением гостиницы на 75 мест. Далее приступят к работам по новой канатной дороге. Напомню, до этого канатка в Донбайе была сдана в эксплуатацию в 2008 году за счет средств Минэкономразвития. Помимо всего прочего, этот же инвестпроект включен в программу развития внутреннего и въездного туризма по линии Федерального агентства по туризму. Решат и инфраструктурные проблемы. В Донбайе появится газ, а на склоне Муса-Ачтара проведут водоснабжение. Не менее амбициозные планы, опять же реализация которых изменит будущее аграрной отрасли всего округа, а в перспективе всей России, реализует в республике компания «Сады Карачаево-Черкесии». Для нашей республики проект является одним из приоритетных. По итогам конкурсного отбора он вошел в госпрограмму социально-экономического развития СКФО. 30 гектаров территории активно засажены. Благодаря реализации инвестпроекта более сотни жителей республики уже смогли трудоустроиться и получать при этом достойную зарплату. Новую работу здесь смогли найти жители Ногайского, Адыгейхабльского, Прикубанского и других районов республики. В их числе и Сергей Кухарев. Пенсионер приезжает каждое утро из поселка Кавказского, а в будущем мечтает, уже набравшись опыта, собственными руками посадить сад в родном селении. В принципе, здесь, вот в этом саду, работают жители не только Эркиншахара, но и близлежащих районов Карачаево-Черкесии. Я думаю, такое же будет и в Кавказском. И, наконец, третий объект, вошедший в госпрограмму развития СКФО, это создание в республике технопарка. На данном этапе ведется подготовительная работа. Министерство готовит нормативную базу, занимаются оформлением земельного участка под технопарк, который выделили на территории Ногайского района, ведут переговоры с потенциальными инвесторами. Именно эти объекты – Донбай, сады Карачаево-Черкесии, технопарк – являются лидерами в своих направлениях. По оценкам и прогнозам экспертов, такие отрасли, как туризм, сельское хозяйство и промышленность, станут в будущем той основой, развивая которой экономика республики сможет выйти на новый уровень развития. Татек Джилавян, Архыз 24.